Давайте разбираться. 18 мая. Сегодня. 18 мая. Это Международный день музеев. Также это день Балтийского флота ВМФ России. Также это день возрождения единства и поэзии в Туркменистане. День Виктории в Канаде. Именины сегодня в этот день празднуют Адриан, Ирина и Яков. 18 мая в истории. Заключен Тавзинский мирный договор, ознаменовавший окончание русско-шведской войны в 1595 году. Основан город Монреаль в этот день, в 1642 году. Также победа русских кораблей над шведскими парусными кораблями в устье Невы в 1703 году. Это вы должны знать, если вы в Питере живете. Или, может быть, родились здесь, на берегах Невы. Также учрежден Международный день музея в 1977 году. Родились в этот день Омар Хайям, Николай II, который Романов, знаете, может быть, такого. Бертран Рассел, Иоанн Павел II, кто не знает, это 264-й папа римский. Умерли в этот день Пьер Бомарше, Густав Малер, Александр Суворов, это русский полководец, кто не знает. Каролина Бонапарт, это младшая сестра Наполеона, если кто не знает. И Алексей Балабанов. Алексей Балабанов.